Стивен Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли. Человечество начнет глобальную миграцию в ближайшие 30 лет. Об этом физик рассказал на Международном фестивале науки и искусств, который проходит в норвежском городе Тронхейм. Об этом сообщает издание «Телеграф». По мнению ученого, сроков 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет хватит, чтобы сделать это на Марсе. На эти небесные тела Хокинг предлагает отправить образцы растений, животных и грибов. Ученый утверждает, что миграция позволит избежать перенаселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением. По мнению Хокинга, катастрофа на Земле, которая может произойти из-за падения на нее астероида, перенаселения или потепления, когда-нибудь неизбежно наступит.